Да, у нас было бабье лето. Он хочет съесть Расула. Они убили, видите? От... Вау. Да, настоящие девочки, представляете? Ой, ливень начался сильно. Смотрите, какая у нас дождливая погода. Наши планы все, можно сказать, разрушены. Всем привет! Сегодня у нас планы вообще разрушились наши. С утра мы собирались. Мы хотели поехать в сафари-парк. Не знаю, мы-то сейчас собрались. Дождик, у нас идет, Мансур дождик. Тоже Диана. Капризно. А самое главное, у нас дождик. У нас дождик с утра. Вообще погода испортилась. У нас 2-3 дня была жара. Можно сказать, лето было. Именно когда мы собрались... 30 градусов жары было. Да, у нас было бабье лето запоздалое. Сейчас мы в магнит заходим или нет? Бананы нужно купить. Они же должны у нас что-то кушать. Сейчас я зайду в магнит. Давай, куплю мы... бананчики, булочки, чтобы дети что-то перекусили. Тигр, а то они у нас в дороге всегда голодненькие. Тигр. Пришла из магнита, вот купила им читос, кукурузные палочки с сыром, с кетчупом, булочки вот такие вот девочки любят с маком, и взяла одну ватрушку, Расул любит ватрушку, тоже булочка, и бананчики взяла. Все, поехали. Все, поехали. Девочки, кому с сыром, кому с кетчупом? С кетчупом это Фатиме, по-моему, да? На, Фатимка, держи. Я знаю, что ты кетчуп любишь, поэтому тебе взяла. А мне? А тебе с сыром. Все, поехали. На какую улицу? В сторону аэропорта, когда едешь. Там есть Старопольская улица и Мачуга. Далеко, да? Километров 250. Ой, все капризные. Это 15. Надо было себе тоже взять вкусные. Круто. Да, попробуем. О, мальчик, мы голодные, как всегда. Мальчик хочет булочку, не могу открыть. Да, я помогу тебе. Ой, все, я уже открыла. Вот тебе пробка. Пробка. Будем стоять пробку. Пробка. Все, даю булочку. Кушаем булочку. Вот так вот. Он дома не захотел покушать? Вот здесь хочет в машине. Он у нас крутой мальчик. Смотрите, у меня одна рука с маникюром, другая... Другая просто так, сама по себе. Не успела, да? Ну да, он так кричал, я остановилась, и все, и времени не было. Вот так тоже бывает с тремя детьми. Так что не думайте, что все так просто. На ходу кормим, одеваемся, красимся, и все-все вот так вот на ходу делаем. Интересно же так, круговорот, жизнь идет, не стоим на месте. Стоим в пробке, разговариваем, общаемся. Вот моя умница. Как вкусно. Булочка с маком. Мы с Мансуриком кушаем в пробке. Что с тобой? Ты заболел, да? Как я могу заболеть? Манси, что хочешь? Ням-ням. Ням-ням. Слышали? Он ням-ням просит вот так. Пробка рассеялась, сейчас едем прямо. Ой, Мансурик, ты такой голодный был. У тебя аппетит только в дороге, да, так повышается? Это тигр, тигр. У тебя такой аппетит разыгрался, да? Кушай, мой сладкий.
Ура, мы приехали в сафари-парк. Дождик тоже более-менее прекратился. Я надеюсь, мы зайдем и посмотрим животных. Сейчас найдем место припарковаться и будем выходить. Ставим машину на парковочку. Час 100 рублей. Фатима заснула. Сейчас будем будить ее. Смотрите, Фатимка как заснула крепко. Эй, привет! Приветик! А я ела такие вот чипсики. Кукурузные хлопья. Да, сейчас Фатиму давай буди, Леночка. Фатима! Вот сейчас я попробую ее чипсы. Лян, мы куда приехали? Сафари-парк. Давай, вставай, мы уже приехали. Ой, волосы все растрепаны. Где мои чипсики? Вот они, вот чипсики. Кукурузные хлопья. Давай, машина едет. Девочки, смотрите, что я вам покажу. Посмотрите, какая река. Или озеро, что это? Пишите в комментариях. Я знаю, что везде река Кубань, а вот это название я не знаю. Вот, она огромная. Посмотрите, красота. Если был бы снег, да. Да. Лиана, бабушка ходит. Ты что, бабушка-старушка? Да. Отгоняет машину Расул, потому что не было проехать место другим машинам. Так, посмотрите на эту девочку. Она вообще у нас мерзлявая, очень. Она вот с детства мерзлячка, ей постоянно холодно. Вот это мой кардиган, представляете? Мой кардиган, я его одела, потому что она говорит, давайте поедем домой, мне холодно. Я говорю, нет, подожди, я тебя одену. Кардиган свой, и мы пойдем. Да? Да. Ну, Леона, это что за лица? Леона, ты где, мерзлячка моя? Ты как будто на севере одета. Да. Давай вперед, идем. Смотрите, какая красота. Все, девочки, Мансурчик, Расул впереди, я сзади. Столько народу, столько людей. Очень много народу. Колесо обозрения. Вот поближе этот домик перевернутый. Прогуливаемся, смотрите, можно пострелять и выиграть какую-нибудь вот такую смешную игрушку. Кафе Тропиканта. Вот карусельки, можно прокатиться. Здесь тоже можно с девочками прийти в виртуальный мир. Интересный тоже аттракцион. Красивое кафе, пицца-бургер. Все, заходим в сафари-парк. Не надо бояться. Фатима говорит уже, я боюсь. Смотрите, там динозавр рычит. И уже дети боятся. Это что за девочка? Медали. Расул первую девочку увидел. Так, смотрите, динозавр нас встречает. Динозавры! Динозавры! Девочки, они нас не съедят. Какой он огромный! Это что за представление? Смотрите, здесь и представление какое-то. Они с Африки ради нас приехали. Это, видимо, чтобы динозавр не съел нас. Ритуал. Такое шикарное представление. Диан, как тебе? Нормально. Нравится? Мяу.
Да 100% это чтобы динозавр нас не ел. Ритуал. Фатимка, как у тебя впечатление? Фатим, нравится тебе? Она динозавра. Она в шоке, она боится динозавра. Ты боишься динозавра? Нет. Тигр. Он же тигр. А ты боишься динозавра, Мансур? Он в шоке. Мама, мама, мама. Россия, ура! Ура! Африка, ура! Ура! Я нас смотрю! Ти! Надо, ура! Ура! Африка, ура! Ура! Россия, ура! Ура! И давайте на жирафа посмотрим, девочки. Смотрите, какой он огромный жираф. Он сейчас кушает? Плохо видно из-за того, что погода пасмурная. Вот-вот его личико видно. Вот жираф. Африка. Так, это африканская бунгало, да? Как называется? Пишите в комментариях. Это ихняя вот эта роспись. А где лев? Какой лев красивый. Посмотрите, как из сказки. Какой он красивый. Ко мне сюда, лев, ко мне, какой он шикарный, я в шоке. Смотрите на льва, какой он огромный, я боюсь его. Он нервничает, лев мечется, видите, какая у него пасть огромная. Вау! Симба, Симба! Девочки, страшно было? Фатим, страшно было? Смотрите, я близко подошла. Ой, какие-то девчонки симпатичные стоят. После льва Лиана согрелась. Наконец-то мы сняли этот кардиган. Все, сейчас как люди пойдем. Фатимка, Фатимка, пошли. Пошли дальше. Девочки, на бегемота идем смотреть? Да. Фатимка, ты где идем? Бегемотик. Так, бегемотик не вылезет оттуда, интересно. Я подошла, бегемот уплыл. Вот, смотрите, какой бегемот. Смотрите, бегемот все, накупался, выходит. Так, мы до сих пор в Африке. Так, обезьянки. Смотрите. Ой, у них представление там. Вот такая вот обезьяна. Ой, верблюд! Целых два верблюда. Еще там уточки или гуси, птички. Смотрите, вот две красавицы или красавца. Два верблюда позируют. Друг на друга смотрят. Видимо, давно не виделись. Что они делают? О, у них любовь. Смотрите, как красиво. Верблюд, египетский фараон и пеликаны или аисты. Что это? Пишите в комментариях. Я не разбираюсь. Аисты, скорее всего. Это кто? Это лемуры. Кушают они. У них обед. Мансурчик уже все отдыхает. Заснул бы он, и было бы хорошо. Ой, смотрите, что делает он. Так, стекло все размазанное. Чумазое стекло. Вот карта, куда можно попасть, где так, кто находится. Вот, я хочу вот это вот сюда. Это вороны. Да, вороны. Льва мы уже увидели.
Все, поехали дальше. Леаночка, ты уже съела все? Давай я мусорку выкину. Да, все, все сейчас увидим. Все, девочки, еще впереди много чего интересного. Давайте. Смотрите, вот его кормят, он обедает. Бегемотик. Она спокойно выходит. Примерно 8 месяцев в году они находятся на улице. А сколько она весит? 3,5 тонны. В целом бегемоты в среднем достигают веса до 4 тонн. 4 тонны, я в шоке. Так, смотрите, какая беседка тут из веток, так интересно, проходим. Что они кушают там, Лиана? Это какая-то жижа. Жижа? Да, какой-то слайм. Будем смотреть на морского льва. Почему он не выплывает? Вот, вот чуть-чуть видно его, вот, красавец. Он еще рычит, наверное, поэтому морской лев называется. Как он рычит, прям как лев настоящий. Смотрите, какие египетские статуэтки. Царство фараона. Красота. Очень красивые статуэтки. Это египетская, да, все. Рассел, как впечатление у тебя? Нравится все? Красота, да? Интересно отдохнуть с детьми. Ой, Мансурчик заснул, как хорошо. А то Расул уже устал. Смотрите, вот так можно попасть на остров. Вот на такой маленькой лодочке. Смотрите, какие уточки. Я хочу их покормить. Все, сейчас девочки будут кормить их. Весь хлебушек давайте покормить. Они уже наелись. Все. Они уже сытые. Так, здесь мостик, скользко. Нужно держаться. Фатима, мы весь сафари-парк обойдем, да? Да, все, обойдем и посмотрим. Еще надо это посмотреть. Да. О, это уже Америка. Африка была, сейчас Америка. Вперед. Вот ламы. Красивые ламочки такие. Она кусается. Они кушают. У всех обед. Мы попали на обед сейчас. Все животные кушают. Зато они поближе, видишь, к нам, мы их можем снять, посмотреть. Это тоже маленькая лама. А, они вообще-то одинаковые. Еще одна лама пришла. Проголодалась. Лиан, смотри, My Little Pony. Вот она. Вот она, My Little Pony. Это кто, Лиана? Искорка или кто? Мы заберем ее с собой. Искорка, да? Фатимка, нравится тебе пони? Все, у нас дождик начался. Мы капюшонки одели. Мы уже не будем, наверное, здесь так долго. Будем уже собираться уходить. Сейчас еще зебру посмотрим и одного динозавра. И все, и собираемся. Давайте почитаем. Уважаемые посетители, кормить животных строго запрещено. Они могут тяжело заболеть и погибнуть. Раскрыли зонтик. Все. Девочки будут под зонтиком. Все, держит Лиана, потому что она выше, Фатимка. На маму посмотри, Фатим. Фатима, вот так вот вместе. Ой, и давай вперед. Смотрите, отдыхают попугайчики, сидят красивые, разноцветные, то, что я люблю. Цвета насыщенные. Все в ряд сидят, видите, от дождя они укрываются, у них вот беседка тоже своя. Вот здесь вот их лучше видно. Смотрите. 6 попугайчиков сидят. Лебедь-кликун. Какое название? У всех обед. Все кушают.
Ой, как он красиво пибикает. А, постой, возле привет, привет, привет. Ой, как они мило, мило. Они что-то там издают звуки. Смотрите, какие миленькие. Устала, Фатима, устала. Обезьянки. Сидят, скучают. Это медвежий макак. Две штучки. Мы попали, где белый тигр, зебра и енот. Это уже мы идем к выходу. Это видите, вот здесь плохо ее видно, кошечка. Сидит. Вот дикая кошка. Красивая. Тигровая. Не знаю название. Нужно посмотреть. Мама, вот записка. Это кошечка сервал или кустарниковая кошка. Название. Лиана, мы идем уже вот к зебре. Фатим. Фатима уже все у нас без настроения. Где зебра? Вот она, зебра, красавица. Так, если она близко подошла бы, хорошо было бы. Иди, 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 иди сюда. Молодец, молодец, молодец. Полосатая. Фатима, ну что такое? Ты устала? Да. Ну сейчас поедем домой. И я тоже устала. Вот Фатима теперь счастлива. Она вот держит зонтик. Вот этого она и хотела. Смотрите, вот такая вот тоже беседка красивая. Лиана, видишь, там 350 килограммов. Зебра. 350 килограмм весит. А бегемот 4 тонны. Это сахар. Это сахар. Сильный дождь пошел. Все, мы убегаем с сафари-парка. Да, Лианочка? Очень сильный дождик. Да. О, гиены, гиены, давайте посмотрим. Смотрите, как красиво все сделали. Тоже египетская экспозиция. Сейчас я покажу вам гиен. Ой, дождик пошел. Вот они, гиены, тоже прячутся от дождя. Смотрите, какая пасть у него. Какие зубы. Смотрите, какая пасть у него. Какие зубы. Смотрите, какой кошмар. Они убили, видите, одного динозавра, видимо, травоядного. И его кушают. Хищные динозавры кушают травоядного динозавра. Ой, там какой огромный динозавр. Какие олени красивые. Они вместе с динозаврами. Это самый огромный динозавр, видимо, их вожак. Вот он к нам подходит. Какой красивый олененок маленький. Это вся, видимо, семейка. Семейка оленят. Смотрите, какой страшный. На его рога. Он хочет съесть Расула. Смотрите, с яйца должно что-то вылупиться. Мы все мокрые под зонтиком, ливень такой. Все в укрытии, да? Вот такой длинношеи динозавр. Видите, какой маленький леопард или тигренок. Красиво. Вот. Все. Мы не знаю, как прибежали сюда.
до машины. Это вообще. Это был ливень. Не то, что вот посередине. Мы встали парка, и нам нужно было еще минут 15. Да? И вот посередине парка мы встали, не знаем, туда или сюда. Сильнейший ливень. Все промокли, вот волосы все мокрые. Одежда. Хорошо, я одела Расула куртку, все свое сняла. Так что вот такой вот у нас... Мансур был капюшон. Да, Мансурик спал. Машину зашли. Девочки тоже промокли, говорили, быстрее, быстрее, домой, домой, хотим домой, но мы хотели посмотреть белого тигра. Это мы не увидели белого тигра. Ой, такая огромная куртка, это Расула, видите, мне холодно, очень холодно, вся промокла. И мы решили на следующий год, летом, мы обязательно вернемся и посетим весь парк. Он очень огромный, там много чего интересного. Мы практически были только в Африке и Америке, а там еще много чего интересного. Австралия, мы не попали. Разные страны. Из-за дождя, из-за погоды мы туда не попали. Так что все. Подожди, Мансур. Покажи, вот Мансур. Вот он тигр. Вот он тигр. Уже машину хочет. Девочки хотят домой. Все, пока-пока. Пока. Пока, делай, Мансур.